уничтожилась. Ой, красиво, ой, эпично. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Егор, King on Fire, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Сегодня у нас обзор на новых монстров Хендерсона. Они просто гигантские. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Смотрите. Ого, это что-то нереальное. Динозавр. Ух ты, что это было? Ого, он что, убил нас всех? Ребята, оцените просто масштаб этого монстра. Мы взяли гигантскую карту, и он уже идет к нам. Надо валить, надо валить. Он что, за мной агрится, что ли? Он танцует. Так, называется он Бегемот. Это настоящий бегемот. Вот это он классный. Так, давайте просто попробуем по нему стрельнуть, заагрить. Сможет он на нас агриться или нет? Так, а где его вообще хитбокс находится? А ну-ка. Шар сквозь него пролетает. Офигеть. О, да, в него врезался. Не знаю, не знаю, но он просто больше. Ладно, мы его потом попробуем сделать войну с другим монстром Хендерсона. Так, следующий у нас Бёрд Витчер. Че, Ватчер? Это кто? Ого, я же за карту залетел. Это что за головонок? Боже, они такие крутые, мне нравится. Замочил одного из вас. Так, пошел, пошел. Это что получается? Две ноги. Щупальцы у него. Но они необычные, они реально круто смотрятся. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень интересное. Так, ну что, он будет агриться на меня? Пусть он меня убьет, может он как-то верх меня поднимет или что? А ну-ка, мочи меня, я тебя не боюсь. Щупальцами прибей. Эй, убивай меня. Ай, все. Убил. Я понял, я понял. Так, следующий у нас. Может, если я какого-то пропущу, не судите строго, их очень много. Некоторые есть старые, но есть-то и новые. Вот такого у нас есть. Да что они такие гигантские какие-то? Офигеть! Ух ты, затоптал меня. Он с большим носом. Ну, это какой-то... Как он называется у нас? Дэй-18. Чё, он агрится на нас, не агрится? А ну, давай. Да, он убил меня. Так, в конце мы, конечно же, сделаем битву между этими гигантскими монстрами. Ну, смотрим дальше. Так, у нас еще есть Rabbit Bill. Remain Indoors. Давайте я подальше буду ставить, потому что они не влазят просто на весь экран у меня. Ого, какой он... Страшный какой, а? Нифига себе, одного... Он, кстати, поднимает и ко рту подносит. А ну-ка, давай, съешь меня. Ты что, если бы такого в реальной жизни увидеть, я бы обосрался. И в конце ролика, ребята, напишите, какой же монстр Хендерсона вам больше всех понравился. Так, ну что, просто ходит, мочит всех. Знаешь, что на этих монстров так непривычно, что надо прям в небо смотреть, чтобы его рассмотреть. Как вы думаете, какая высота приблизительно у него? Наверное, выше, да, чем девятиэтажка? Где-то этажей 20, как дом, или 30, наверное. Так, пошел отсюда, я тебя боюсь. Стрёмный челик какой-то. Так, у нас еще есть... Скай Скример. Ого! Класс! Чё ты? Что за говно? Давайте отлети, потому что я не могу их рассмотреть целиком. Так, вот это он классный. Это что получается, голова с щупальцами, да, просто? Да. Они мега большие. Я даже не знаю, зачем такие большие делать. Но обратите внимание, что ни у кого ничего не лагает, идет очень оптимизированно. Это есть круто. А ну-ка, давай, убей меня. Так, пули до него долго долетают. А ну, есть, убил, да? Да, моментальная смерть. Так, а так. Следующий у нас. Скай. Тентаклис. Если неправильно прочитал, извините. Ого, щупальцы, класс. Я помню, мы и делали на него обзор, но его допилили и добавили теперь в общий уже пак, потому что они тогда были по отдельности. И что, я знаю, что если с другими монстрами он будет воевать или выпускать какие-то ядерные взрывы, вот не помню, что-то такое. Короче, он взрывается, этот монстр. Вот это щупальцы из неба, получается, как из космоса идут эти щупальцы. Вон, челика я вижу, карту несет. Чпоникс нету. Хорошо.
Я даже не знаю, это не маленькая ли карта для этих монстров? В притирку подходит. Sky Low. О, еще такой же. Вот это он гигантский. На тебе щупальца по башке. Ого, чувак, смотрите, летит. Ха-ха, рыбкой. Так, у нас еще есть. Веб Кракен. Кракен. О-о-о-о-о, это еще больше. Да куда еще больше? Это просто какой-то он гигантский. Что это такое? А, у него ноги все-таки есть. И я даже не понимаю, где у него руки, где голова. Но ноги видно. А тут еще маленький, да, маленьких спаунится, 3D. А, я вижу, челепиздрики бегают, ай, маленькие. Видимо, когда он убивает, новые появляются вот эти. Эй, получается, он плодится. Так, я уже удалил не одного, а несколько удалил. Понятно, что они спавнятся. Веб Кракен Литл. О, манюсенький челепиздрик, отвали. Ну и что, что? А ну, появится еще один, когда убьет? Он убить не может. Не может? А, может, как это не может? Ну ничего не спавнится. По сколько жизни отнимает? По 30 хп. С 4 ударов выносит. В принципе, неплохо, неплохо. Хорош, хорош, мне нравится. Эй, я тебя боюсь немножечко. Веб Кракен Медиум. О, это чуть-чуть побольше. Пошел. О, смотри. Прикольно, хватает. А чё он так кидает? Эй, меня не хватанул. А пацанов хватает. Чё за могила появилась? Пошел, пошел, пошел. Ладно. У нас еще есть Веб Кракен No Wave. Ух ты, это тоже большой. Ну тут больше, мне кажется, был. Это такой. Чуть-чуть меньше. И что, и что, и что? Ну, убей меня. По пузу ему стреляю. Текстурки очень классно сделаны, даже видно, как блестит. Я прям на его мотив смотрю. Так, замочил, замочил. Так, здесь вроде всех монстров мы посмотрели. Может, какие-то еще есть, но это уже всех мы видели. Так, 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 сейчас внимательный обзор сделаем. Следующая папочка. Так, 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 этого я помню. Вот этих обновили, челиков. Теперь смотрите, как они смотрятся. Ух ты! Ты что, псих? Я испугался его. Ого, он быстрый. Пошел, 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 пошел за пацанами. Вот это голова дом. Нормально. Пошел. Смотрите, на дом залез, на изично залазит везде. Ну, конечно, на то он и паук. Так, они уже, получается, начали плодиться. Хаус Хэт Миньон. О, так это маленький, мы его видели. Хюш. О, я помню, помните этого челика? Давайте для прикола на него сделаем все-таки обзорчик небольшой. Он прикольно об землю бросает. Ну, давай, давай, хватани меня. А, не, он просто жрет. Просто кушает. Да-да-да-да-да, есть такое, что об землю, знаете, бьет. Ты что на меня идешь? Отвали! А видели, как прикольно атакует? В прыжке. Хорошо. Следующий у нас Хьюш Киллер. Вот это, кстати, об землю бьет, я помню. Ну давай, давай. На. Боже, мне так нравится, он очень крутой. Ну давай, мочи, мочи, мочи. На. Класс. Хорошо, у нас там очень много еще монстров есть, надо всех успеть показать. Джилли. Так, этих мы обзор делали, я точно помню. А вот этой мы не делали. Куасар. Девочка какая-то. Вот, смотрите. Девочка. Только подождите, вы не атакуете, давайте все поставим. Получается, она просто ходит, но когда мы ее бьем, она сразу превращается в монстру. Монстри... Ого, нафигачит. Монстриха неадекватная. Смотри, что делает. Смотри, хватает и леща прописывает, да? По башке бьет, смотрите. Ух ты, вот это она нас лупашит. Да какая ты неадекватная. У нас тут еще один есть. Куйсар Киллер. О, она сразу превращается в этого убийцу. Ну иди сюда, иди. Да что она так мочит сразу? Вот это психичка. Она я палкой по башке. А, у нее ножик в руке, видите? Она ножиком чикает. Она может ну, тогда нафиг отталкивать. Да-да-да-да. Living Building. Какой-то. Ух ты, живой дом. Я помню, делали на него обзорчик. Ну все ж, опять же, допилили и обновили. Звуки добавили к ним. Да что за дом конченый? Отвали! Да блин! Ты что, он классный. Мне нравятся эти монстры. Пока весь этот мой самый любимый. Мне не знаю, что, но мне очень нравится. Круто смотрится в таком доме жить.
Так, 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 ну нафиг тебя, они еще плодятся. И у нас еще есть Тревор Хендерсон и Щепак. Вот это тоже обновили, показываю вам гигантского. Это не гигантский, вот гигантский. Ого, он классный. Маленький спаун, видимо. Да-да-да-да-да. Сейчас мы, ребята, будем делать битву среди гигантских монстров Хендерсона. Надеюсь, вам эта тема зайдет. Пока он дарта донесет, и ролик кончится. Смотрите, как он медленный. Ну тебя нафиг. Ну что, ребята, ставлю мега-гигантских двух штук. Отлечу подальше, потому что на спауне нас будет мочить. Заходим в этот пак. Ставим этого и этого. Видел вот это? Ух ты. И что, не будет воевать, не? Не мас. Смотри. Ого, это в скайбокс он попал, да, получается? Так, стойте, 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 псих! Ты откуда ты взялся? Так, почему они не воюют между собой? Они же должны воевать. Давайте еще раз этого поставим, челика. И поставим, давайте, вот этого. Ну что, будете воевать, челики? Им лень. Воюйте! Ай, они нас убивают. Они должны между собой воевать, насколько я знаю. Так, 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 вас... О, видел, он начинает стрелять чем-то? Да, они воюют между собой. Или нет? Я так и не понял, что происходит. Ну, у того, чей пердеж выходит. Я не знаю. Воюет, нет? Воюет. Да-да-да, я вижу. Давайте еще поставим вдобавок щупальца, которые реально классно атакуют. Ого! Давайте, давайте, эпическая битва. Почему они никакие звуки не издают? Это очень странно. Ну-ну-ну. Давайте еще поставим одни щупальца. Вот эти вот. Ой-ой-ой, что творится? Так, он, смотри, он убил этот. Видел того челика двухного? Убил этот. Так, эти воюют между собой щупальцы или нет? Что такое, смотрите, происходит глобальное очень. Он за мной летит? Да. Так, давайте еще поставим. Это же мало. Вот такого поставим. Пошел, пошел. Вот это твой... О, смотри, он по нему стреляет какими-то штуковинами. Магия. Сожрали, сожрали. Слышь, отвали от меня. Ну, воюйте, хлопцы. О, я вижу, дерутся щупальца, смотрите. Ну-ка, ну-ка, кто же выиграет? Мне очень интересно. Мне кажется, щупальца победит всех. Ну-ка. И теперь там воюют они тоже. Такое что-то творится очень яркое. Ну-ка, давай, щупальца, я за тебя. И давайте для прикола поставим, наверное, сиреноголового какого-то. Ого, взрыв! Это он взорвал? Да, он взорвался. Не-не-не, эти щупальца, они могут выпускать какие-то ядерные взрывы. Очень мощные. А, монстр Хендерсона. Не-не-не-не-не. Два вот этого вот. Пошел, пошел, пошел. Сирена. Ах ты, блин, говно. Ну что, будете воевать, нет? Смотри, хочет его подеть. А, не, вот они воюют. О, Сирена голову убил того здорового. Пошел, пошел еще воевать. Так, давайте мы сделаем этому челику какого-то, не знаю, врага ему по зубам. А вот такой вот. А, это уже был у нас. А, давайте поставим, наверное, против него. Горка у нас есть бешеная. Нет? Ой, это не тот. Горка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Она, а, она телепортируется, я же вспомнил. Ну чё, они, он воюет, смотрите. Горка начинает так... Горка его замочила, да ладно! Ха-ха, такого великана большого. Так, сейчас мы сделаем битву сиреноголового и вот этого здорового кабана. Ах ты, блин. Ну-ка, ну-ка, сиреноголовый пошел. Ну, насколько знаю, у сиреноголового 500 000 жизни, мне кажется, его никто не выиграет. Смотри, смотри, топчет его. По башке рукой и ногой топчет. Ну это убил, убил, молодец. А если мы поставим ему вот эту девочку-психичку? Побежала, побежала за мной. А я тебя сейчас на него натравлю. Ну-ка, покажу, на что ты способна. Блин, все такое глобальное, аж непривычно, что они такие здоровые. Ну-ка, идет с посохом. Сейчас по башке ему даст, может мелкого. О, все, бьет. Мне интересно, если она такая маленькая выиграет этого большого, это будет что-то нереально. Увидели, что произошло? Она жгёт этим по...
Да ладно, она самая мощная получается. Это надо проверить еще на железке. А они между... О, давай тут вот дом поставлю. А ну-ка, с домом подерись. На тебе, на, смотри, как лупит его. А она ему ничего не делает. Она на раз застряла. Давайте вот этого поставим дома. Ого! Что это за взрыв был? Понял. Так, а где эти челики спамят? Давай вот этого поставим. Вот. Ну-ка, давай, покажи свой посох мечты. Я так и знал, что она не просто какой-то монстр Хендерсон. Она еще интересные делает вещи. Так, давай, давай, сюда иди к этому челику. Давайте еще поставим. Ну-ну-ну, пошла. О, бьет, бьет ее. А может, ну-ка, другой дом паука? Сейчас, 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 хочу посмотреть, чтобы она все-таки посохом по башке ему дала. Но она ничего не делает. Ну-ка. Ну, лупани. А, еще и мелкий спамит, она мелких лупашит. Говоришь, другой, да, дом? А, о, у нас вот такое вот есть. Нет. И я надеюсь, что надо, наверное, все-таки поставить щупальцу, которая делает мегавзрыв. Дима, давай вместо щупальца огромную железку. Какую железку? Железку, которая огромная. А, понял, 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 сейчас. Вот это что ли? Или давайте поставим, я понял, за кого ты имеешь в виду. Есть у нас вот такой вот еще гигантская желейка. Вот это жир, смотрите, что происходит. Я хотел, чтобы щупальца стрельнула чем-нибудь. У них же есть эпические взрывы. Вот, например, как сейчас. Да ладно, мочит хорошо. Мне нравится. Сейчас мы еще поставим. Ребята, сейчас будет эпик. Сейчас поставлю очень много монстров. Рекомендую вам куда-то убегать подальше. Ребята, готовьтесь. Такой. Такой. Если, надеюсь, лагать не будет. Ой, домик застрял этот. Он не хочет спавниться. Хочет. Все, пошло, пошло, пошло. Война. Эти вообще друг друге застряли. Мужики, прекращайте. Давайте драться. Ну-ка, кто кого? Блин, ты увязался за мной, кусок говна. Отвали от меня, я тебя боюсь. Ну-ну-ну-ну, нафиг. Я хочу, чтобы щупальцы были в действии. Давайте поставим еще другие щупальцы. Потому что я так и не понял, какие бьют. Вот эти вроде дерутся или те. И как же без сиреноголовых. Пацаны, вас не лагает, не? Наконец-то она сделала мега взрыв. Вот чего мы и достигали. Еще взрыв. Короче, надо подальше отлетать и смотреть на эти взрывы. Давай подальше. Быстрее, 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 Димка, отлетай. Получается, они на сиреноголового так агрятся сильно прям. Ты что, все светится, пол карты засветилось. Они тем взрывом убили всех. Так, 4 сиреноголовых, давайте. Щупальцы, покажите, на что вы способны. Пацаны там трутся, они даже боятся идти к нему. Пошел, самый герой, идти кать. Думает, ну нафиг. Еще взрыв. О, он кого-то сожрал, я вижу. И еще взрыв. Вот это колпашит. Так, пацаны, вы что тут ходите? Сейчас мы вас тут поставим. Хочу еще взрыв. Меня воздух. О, они же между собой дерутся, я вспомнил. Давайте мы отлетаем. Сейчас будет все-таки, я надеюсь, мощный взрыв. Летим, летим, летим. Ну что, давай, запускай ракеты. Ого, дерется. Щупальца победила всех. Получается, щупальца самый сильный монстр Хендерсона. Его никто не может выиграть. Но я знаю, кто его может выиграть. Ребята, сейчас будет эпический взрыв. Готовы? Нет. А я тоже не готов, но придется это делать. Давайте возьмем для начала... даже не знаю, что нам... Давайте Грэндвич, все-таки бомбы, они реально эпически взрываются. Погнали. Сейчас будет бум. Да-да-да-да-да. Летят, летят. Очень красиво летят. Бабах. Уничтожилась. Ой, красиво. Ой, эпично. Ты чё, не умерла? Нет. Еще. И еще, и еще. Это был лимит. Ну-ну-ну-ну, летят. Есть, есть. Мы это сделали.
Ребята, не забывайте подписываться на канал и ставить лайкосик, потому что мы выпускаем с пацанчиками очень крутые ролики и делаем это каждый день. А если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!